Всем привет! Всем большой привет! Норильчане мои дорогие, вы знаете, вчера мело очень сильно, да. Вчера такая жесть была, вообще неимоверная. Ужас какой-то. Я, честно говоря, думал, что сегодня тоже будет такая погода. Но вы знаете, я сегодня с утра вышел и просто офигел. Вы знаете, от чего офигел? От того, что погода просто прекрасная. Вот реально, вы знаете, ветра нету. Газа нету, солнышко светит, ну погода, комфорт, вообще реально. Зашел, значит, в магазин, немножко поплакал, купил две шоколадки, купил пачку сигарет и, короче, вышел. Цены, конечно, конские. Я, короче, посмотрел на это все, я не знаю, может быть, какие-то искать другие магазины, где... чего подешевле будет, вот, потому что если сравнивать с материком, то цены действительно очень большие. Многие скажут, ну это же везут там с материка на самолете, там грузоперевозки, там это все дорого. Но вы знаете, на самом деле уже весь мир, ой, солнце светит, офигеть можно, весь мир так не работает, вот реально, вся торговля в мире так не работает. Они, короче, работают немножко по-другому. А вот у нас в Норильске именно работают, знаете, как по старинке. То есть покупают подешевле, продают подороже, да. И, как я уже и говорил, 100 раз, блин, солнце светит, офигеть можно. Что, лето пришло? Вот, и, как я говорил уже много раз, надо, короче, с этим делать, с этим ценообразованием, потому что зарплаты в 100 тысяч, ну, вот реально, реально не хватает, чтобы, допустим, вот прожить здесь, вот в этом месте. Так что вот такая вот история, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока, до скорых встреч. И самое главное, не забывайте, всем добра.